У Гродні працягваецца абласны этап школьных прадметных алімпіяд. Сёння каля 900 удзельнікаў з розных раёнаў прынёмання прыступілі да непасрэднага выканання конкурсных заданняў. Па большасці прадметаў, а іх у праграме алімпіяды сёлета 18, школьнікі прадэманстравалі тэарэтычныя веды. Уключыліся ў барацьбу за перамогу і 26 юных знаўцаў астраноміі. Астрономия как предмет в учебной программе, он сам по себе уникален тем, что учится только в 11 классе. Но многие ребята увлекаются астрономией практически с детства. И у нас здесь принимают участие и 10-классники, и 9-классники. Некоторые из них являются 11-классниками, но при этом принимают участие в астрономии уже не первый год. Олимпиадное движение, оно вносит значительный, так сказать, вклад в развитие молодых, в первую очередь талантливых или, как сейчас говорят, одаренных детей. Это дает им возможность проявить себя уже в школьном возрасте, а в дальнейшем они, конечно же, будут развиваться, и тот опыт, который они получают сейчас, им поможет существенно в жизни. Нягледзячы на розны ўзрост удзельнікаў, умовы спаборніцтва і ўзровень заданняў для ўсіх з'яўляюцца аднолькавымі. Алімпіяда па астраноміі падзелена на два этапа – тэарэтычны і практычны. Для праходжання першага з іх было адведзена 5 гадзін. За гэты час маладыя людзі імкнуліся максімальна прадэманстраваць веданне свайго любімага школьнага прадмета. Не такой точны, як фізіка, но это, тем не менее, остаецца фізікай. Вот. Чистая физика мне не очень нравится, а астрономия интереснее. Задания были достаточно сложные, но это уровень областной. Справилась, не знаю как. Надеюсь, что хорошо написала. Параллельно с астрономами лепших высветляюць молодые знаўцы еще 17 школьных предметов. Найближайшими днями яны протягнуть выконывать конкурсные испыты. А у пятницу 17 студеня запланована официально подвести выники областного этапа школьной олимпиады. У гэты ж день будут названы пераможцы интеллектуального спаборництва, якія накіруюцца на республиканский финал.